Приветствую вас. Я бы не сказал, что вас нужно лечить, потому что заболевания, это, собственно говоря, у вас как такового нет. Именно заболевания. А есть просто закрепленная эмоциональная защитная реакция. Есть восприятие опасности, есть угроза, которую вы, ну, чувствуете в силу тех или иных причин. Есть определенная выгода, ну, которая определяет, собственно, то, что вы делаете. Есть определенные установки ваши, определенные закрепленные шаблоны поведения, бессознательные, которые определяют данный аспект. Это ни в коем случае не является заболеванием в прямом смысле этого слова. Именно заболеванием нет, не является. Проблемой, да. Психологической проблемой, да. Да. Психологической проблемой это является. Но заболевания мне. Страх. Страх. Значит, прорабатывается. То есть человек вводится в состояние регресса. Регрессивное состояние. Вот. Человек вводится в те воспоминания, которые у него есть. И постепенно меняется отношение к этим воспоминаниям. Параллельно с этим проводится инвентаризация как желаний самих по себе, ну, как таковых желаний, так и выгоды, то есть что хочешь, что хотите, что нужно, что запрещаете себе. Вот. Теперь, если по существу. Значит, не могу употреблять пищу при других мне людях и чужих. Значит, соответственно, что здесь у нас? Наделение чрезмерным значением процесса питания. То есть я ем, не просто ем, а я стесняюсь, когда ем. Не принимаю себя, когда я ем. Знаете, как вот, может быть, слышали в животном мире, да, вот, когда
хищник, например, ест, да, животное ест, оно слабое в этот момент, уязвимое. Вот люди, они тоже могут быть уязвимыми, когда едят. И вот подумайте, какое значение вы вкладываете в пищу, в процесс потребления пищи? Как вы чувствуете себя в этот момент? А как вы чувствуете себя, когда едите одна? Как вы чувствуете себя, когда едите с кем-то? Что нежелательного в том, что рядом с вами находятся люди другие? То есть что нежелательного для вас в этом? То есть каких результатов, да, какого отношения, какого, ну, проявления вы боитесь, не хотите, не желаете. И что вы будете думать о себе, если это произойдет все-таки? Ну, то есть если вот вы, грубо говоря, поедите при других людях, что-то они о вас там подумают, да, что-то они о вас там скажут, возможно, и вы, узнав это, да, узнав, ну, будете думать о себе иначе. То есть вот здесь выгода, по сути. По сути, вот здесь выгода. Я хочу удержать определенное представление о себе. Я не хочу менять представление о себе. Вообще не хочу менять представление о себе. Хочу только... Вот, ну, чтобы было вот как было, как было, вот всегда хочу. Понимаете, какой момент? Это выгода, то есть нежелание развиваться, ну и, соответственно, непринятие себя, безусловно. Безусловно, непринятие себя. Как видите, лечиться здесь, ну, не надо лечиться здесь, понимаете? Не болезнь у вас. Психологическая проблема, да, не болезнь. Серия консультаций поможет. Пока вот на эти вопросы ответьте себе, сами. Вот. А там дальше уже будет, в принципе, видно, как, чего и вообще, с чем работать, вот. Но если речь все же идет о других людях, да, вот все-таки паника начинается, страх, а если другие люди рядом, то от чего паника? От чего защищает вас вот этот страх? Что вы не делаете? Чего вы не делаете в результате страха? Чего не происходит? И почему вы считаете это плохо? То, что произойдет для себя, чем плохо? А если это происходит не со всеми людьми, да, а только, ну, с некоторыми, давайте выясним это. Тоже. Давайте выясним этот момент.
тоже. А какие люди? Ну, то есть критерии. Критерии людей. Вот. То есть... С какими людьми вы можете быть, находиться, есть? А с какими людьми нет? И почему? Вот об этом, в принципе, тоже нужно подумать. Ладно. Ну вот, со всей этой информацией, в принципе, можно будет уже образец, там дальше уже можно будет смотреть. Что с этим делать дальше? Дальше. Как работать с этим? На этом все. Надеюсь, что мой ответ вам понравился. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам пришелся по душе мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.